Разлился ручей посмотреть, если успею. Сильно разлился. Ух ты! Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да хранит нас все Господь, с вами Джон Клюкер. Следующий отчет по проекту ВАВ. Ну, получилось так, что я этот отчет записываю 16 мая уже. Просто пришел вчера с работы, устал. За эту неделю тоже вот по вечерам там редактировал видео. В общем, накопилось это вот. Ну, спать хотелось. Я, короче, съел булочку. Зашел в магазин, купил, ну, булочку съел по 18,60. Потом кефира выпил и потом спать лег, в общем. Вот. Но сейчас вот вы видели кадры. Как у нас уже вообще потеплело в Инте. Вчера такое вообще солнышко было. Сегодня с утра тоже солнце было. Ну, вот только вот где-то в 5 часов солнце, так, ну, так сказать, переменная облачность. Все уже на улице гуляют, в футболках. В общем, тепло, красота. Лето наступило. Не знаю, надолго или нет, потому что примерно до 15 июня у нас может быть, ну, вся, ну, возможность выпасть снег. Ну, есть такая возможность, что может погода измениться, похолодание, и снег даже может сейчас пойти. Но сейчас это, конечно, будет для природы очень плохо, если снег пойдет, потому что сейчас уже начало все цвести. Ну, деревья, во всяком случае, вот цвета, вот эта ива цвет набрала. Листочки уже так начали проклевываться. Сейчас будет все потихонечку зеленеть. Комары появились. Вот вы видели комаров. На нос мне сел комар. В общем, сейчас я покажу вам, что я еще дополнительно закупил. Короче, в 1000 рублей я не укладываюсь. Не получается, в общем. Ну вот, как бы было бы что-то вот надо придумывать, знаете, что вот брать на работу в качестве тормозка. Но я вот хотел каши брать в термосе, что-то я вот, ну, не получилось взять кашу как-то. Взял там хлебушек, Мича там остатки, и с конфетами вот, что я купил. Хлеба съел, конфеты, и кипяченую воду я пил. Вот, потом еще там на работе приносили сушки, я еще 9 сушек на работе съел. Ну и пару вот конфет этих сосательных с чаем, ну, не с чаем, а с кипяченой водой. Вот, купил я еще вчера дополнительно морковки, примерно килограмм, это на 34 рубля хочу сделать просто салат, почистить эту морковку, натереть на крупной терке, ну, это, наверное, скорее всего, сегодня будет у меня такой праздник живота. Вот, сейчас взгляните, что я на сегодня уже готовлю кушать. Контрольный замер веса, 16 мая 2015 год, время 4:30 утра. Девяносто три килограмма, 100 грамм. Хочу на сегодня приготовить, не знаю, как их назвать, блины или котлеты. Ну, скорее всего, блины. Здесь замешана каша, и вот я муки отсыпал, что покупал себе для проекта. Там каша вперемешку кукурузная, немножко пшенки и это, и пшеничная каша. Я сначала сварил кашу. Вот здесь в сковородке сварил. Потом сюда ее переложил в кастрюлю. Добавил холодной водички. И добавил муки. Вот сейчас все размешал. Когда эта масса остынет, потому что яйцо может свернуться. Каша еще была горячая. Добавлю еще, наверное, 2 яйца. Так, посолил я вот этой солью адыгейской, что у меня в проекте.
Ну и буду вот жарить эти, ну пусть будут блинчики. Ну, у меня так много их получится. Вот буду последующие дни ими питаться. Ну и так, вы видели, в общем, там кашу я сварил. Хочу сделать блины, ну так сказать, блины из каши, что ли. Вот. Ну, наверное, много так получится. Масло есть, муки я добавил. Да, я еще не показал, какие дополнительные затраты я сделал. Так, видать, не видать. В общем, купил, вот была вот эта сумма, 924,60, плюс купил по 18,60 булочку, плюс по 23 кефир взял. Ну, у меня был тут кефир в холодильнике, я просто цену записал. Плюс 60 яиц, получилась вот эта сумма, 1026 рублей 20 копеек. И забыл, чуть не забыл записать, что морковь купил на 34 рубля. Вот получилось, я потратил всего денег на проект 1060 рублей 20 копеек. Вот. Но это еще не все, я там еще покупал вчера бедрышки, там что-то в лотке 3 или 4 бедрышка. Хочу взять себе одно бедрышко, оно за килограмм по 180 рублей. Одно бедрышко возьму. Сегодня, наверное, к вечеру сварю бульончик, хоть это, похлебать бульончика, типа такого куриного, вот с этими блинчиками из каши. Вот. Ну, остальное там грибобасу, суп, наверное, буду готовить, какой он там захочет. Он себе сготовил макароны ел с этими сардельками, яйца отваренные. В общем, грибобас, это так вам говорил, что он питается отдельно. Ну, сегодня мысли у меня были, конечно, я что это, уже начал жалеть, что я начал этот проект. Как бы, знаете, вот на работе кушать хотелось. Ну, сейчас так вроде настроение нормализовалось. Надеюсь, я выдержу до конца месяца, мая, этот проект ВАФ. Ну, вот видите, я еще пришлось мне дополнительно продукты купить, потому что... Ну вот кашу эту я съел овсяную, ну поначалу вроде нормально было, а потом, ну, сейчас в принципе и да, я вот сейчас бы тоже тарелочку овсяной каши бы съел, конечно. И ну если было бы это кусочек сливочного масла сверху, то бы вообще была бы красота. Так, ну все, спасибо за внимание, спасибо, что были со мной, следите за проектом. Подписывайтесь на каналы, подписывайтесь на канал Geek. Здесь будут новые все видео Грибобаса и мои видео. На канал Клюкер, Джон Клюкер, подписывайтесь на канал Грибобаса там, потому что много очень интересных видео. Походы, про ножи, там, ну, влоги там всякие, в общем. Там много очень видео. Ну, я просто говорю, люди смотрят и пишут комментарии, что им интересно смотреть. Они заходят на наши каналы. И не один человек этот уже написал такие комментарии, что нравятся наши каналы. И вот заходят, подписываются, смотрят. Вроде бы, знаете, ничего такого нету такого. Ну, как бы простое изложение так своей жизни там в каких-то моментах, в каких-то аспектах там про ножи, про походы там. Влоги я там гуляю по городу. Ну, некоторых людей это заинтересовывает. Все, удачи!